Этот выставочный комплекс традиционно становится самой посещаемой площадкой Ночи искусств. В этом году будут задействованы все экспозиции. Подготовили работники музея и несколько интерактивных площадок. Концерт джаз-трио, мастер-класс от заслуженного художника Юрия Ткачева «Краски осени» и шоу-программа «Танго на все времена». Известнейшие исполнители танго, танцевальные пары и живая музыка. Мы соорудили там сейчас на втором этаже такое аргентинское портовое кафе, такое, знаете, любопытное такое пространство, где будет идти эта программа, и публика может активно принять участие. Понимаете, мы приглашаем всех там не только посмотреть эту потрясающую программу, но и потанцевать танго под живую музыку. В детских музейных экспозициях покажут кукольное представление и познакомят детей с традиционными промыслами России. В Ночь искусств задействуют и другие площадки Владимира Суздальского музея-заповедника. В Гусь-Хрустальном выступит исполнитель романсов Дмитрий Швед, а в Крестовой палате Суздальских архиерейских палат выступят солисты Большого театра. Все экспозиции будут работать с 6 до 11 вечера.